Вот Настя в футболке, в шортах. Не знаю, наверное, замерзнет. Но мы уже отошли достаточно далеко. А ну вот, смотрите, какой цвет нежный. Интересные у них цветы. Вышли словно на улицу. Помните, я снимала, она цвела, теперь вот уже ягодки завязались. Парит, будет дождь. Лун, пошли. Пошли, погуляли и хватит. Что ты, язык вывалила? Пить уже хочешь, да? Пойдем. Пошли, пошли, послушница моя. Конечно, я рада, что мы в таком месте. Тут собачке хорошо. Она так бывает устает. Мы так ходим в горы. И она достаточно много двигается. Может, не будет такая полненькая. Да, Луночка? Ты хоть немножко жир-то свой сбросишь? Пумпуня, Пумпуня. Куда? Луна! Ой, ты что? Кто достанет тебя оттуда? Я нет. Я боюсь клещей. Пошли. А вот и солнышко показалось. Вот и солнышко. Куда ты все хочешь пойти? Куда тебя все тянет? Нельзя туда, Луна! Да ты что там такой обрыв? Иди сюда. Едем забирать очки мои. Настало время Настеньке забирать очки. Мы приехали. Сегодня в лагерь не пошли с утра, чтобы пройтись, посмотреть, погулять. Приехали в 11 часу утра. Людей с утра достаточно много, оживленно. Зеленый, переходим улицу. Настеньке нравится испанский, каталанский язык. Что ты говоришь, Настунь? Тедди, сойдем туда, но только после того, как заберем очки. Надеюсь, мне тоже выдадут вот такой чехольчик, только... Коле дали чехол, да. И Настя тоже хочет. Коле дали черный, а я хочу розовый. Черный тоже нормально, но розовый превосходный. Ну, посмотрим, что дадут. А вот и Настенькины очки новые. Я все так четко вижу, каждую точечку на полу. Классно. Так четко все. Я посмотрела, мне оно так идет, оно прозрачное. Вот это правая, а вот это розовая. Вот такая прозрачная розовенькая правая, мне оно так идет еще. Сказали приехать 20 числа, они будут контроль делать, зрение. То есть не просто очки, да, а еще и будут контролировать постоянно. А мы нашли магазин Тедди, и мне нужно зайти сюда обязательно, чтобы посмотреть фон для моего видео. Мы зашли в Тедди, я нашла кое-что. Мы уже с Настенькой на остановке. Кое-что купили, я покажу, когда приедем. Сидим уже на остановке, ждем автобус. Сейчас я вам покажу, что мы купили, но я купила больше для ASMR-видео, потому что мне нужен был фон. Тот черный фон, что я думала сделаю, он отсвечивал, мне пришлось его брать. Вот такой вот плед купила за 3 евро. Это для того, чтобы повесить на стену. Так, эта вкусняшка, это Поля просила. Все, Поля, можешь забирать. Не знаю, ей нравится, оно такое тянется. Конечно, это все такое... Ну, что делать? Я думаю, что у всех, у кого дети, те просят. Просят вот такое. Никуда не денешься. Так, в общем, плед 3 евро. Евро 55. Это Поля, что попросила, показала. Вкусняшка, так называемая. В кавычках. Потом 2 евро. Это
Так, ладно, дойдем до этого. 4,55. Тоже покажу, что взяла. Ага, 2 евро. Это Настины бусинки. Настя. Сейчас я вам покажу дальше. Вот такие вот бусинки. 2 евро. Можно плести леску там. Делать какие-то там, не знаю, бусы, браслеты. 4,55. Вот что такое самое дорогое? Это LED-лампа. Это для того, чтобы повесить сверху вот сюда. Я видела просто у одной женщины, она снимает АСМР, у нее было похоже такое, и сверху висит. Ну, что такое? Ничего нет. Тут вода. Вода. Вот это я брала Насте на всякий случай, потому что мы в тот раз поехали, начался дождь, я побоялась. Вот что. Можем также попасть. 65 центов это мыльные пузыри. Да? Нет, 60 центов. И 3 лака по 50 центов. Батарейки евро. Это для того, чтобы в LED-лампы вставлять. Ну, в принципе, все. Я увидела на СМР-видео. Это Индонезия, по-моему. Женщина снимает, в общем, в возрасте, и ее дочка. И у нее вот такие вот были листочки, и они очень красиво смотрелись на фоне. Я зашла в Алиэкспресс, да, действительно, там они были. 3 евро, ну, кто по 4 продает. В итоге 4,55 я нашла в Тиде. Сейчас сюда также вставляются батарейки. Сейчас сделаю фон. Посмотрю, как это будет смотреться. Кстати, давайте сначала на батарейки сюда ставим. Я вставила батарейки. Я уже говорила, что обожаю я просто вот такие вот LED-лампочки. Так, сейчас я включаю, посмотрим, как оно будет. Угу. То, что нужно. Вообще так красиво. Какие они милые. Красота. Я думаю, что фон у меня будет замечательный. Красиво. Давай тебе на руку посмотрю. Вот тоже ты должен держать. Не знаю. Чуть-чуть еще, наверное, да? Угу. Класс. Мята и мята. Сейчас буду гладить. Я нагрела утюг, поэтому выключаю с розетки. Как-то помнится мне еще. Мы жили в Лапинеде. Я гладила вещи, так как розетка у меня была далеко, я нагревала утюг, и мне люди писали, что я холодным утюгом глажу. То есть так посмеивались надо мной. А у меня не было гладильной доски, как и сейчас. Я гладила на кровати вещи. Ну, в основном футболочки там, девчонкам. Так что вот такие вот бывают. Люди смеются, просто сами даже не понимают, от чего они, что им смешно. Что им смешно. То, что нет гладильной доски, я глажу на кровати. И у меня выключена розетка. Нагреваю утюг. Ну да, было такое, Настенька. Мне так это вообще возмущало немножко. Потом я поняла, что все люди разные, в принципе, чтобы возмущаться. Вот. Каждый по-своему воспринимает ситуацию. И видит по-своему. Особенно видит. В общем, гладить и гладить тут. Угу. Хорошо, красиво очень. Еще пусики такие. Хорошо. Класс. Такой фон себе сделала. Гладила, гладила уже утюгом. И так, и это. Потом и намочила. Все равно немножко осталось. В общем, ладно, разгладится, может будет висеть. 2 огурца 53 цента. Яйца вареные, помнишь, Дима, брали, да? Да, действительно, яйца вареные. Спасибо, кто написал в тот раз. Я не думала, что в Европе уже продают сразу вареные. Также евро 95 они, да? Угу. А, подорожали немножко. Так, кукуруза другая, смотрю. А это почему? Только такая. А почему это? Побольше, там соль по 3 евро. Только такая. Блин. Понятно, почему она? О, господи, евро 20. Ну, в общем, ладно. 3 упаковки. Евро 20. Это я смотрела, евро 35 тоже, да? Да. Угу.
И ничего. Так что осталось 2,15. Вообще будем делать сегодня опять крабовый салат. А, сейчас подчик есть. Сейчас подчик. 0,53 огурцы, 2,15 крабовые палочки, евро 99 яйца, евро 35 кукуруза, а нет, майонез, евро 20 кукурузы, 7,22. Полечка нарезает, смотрит мультик. Ниндзя, ага. И салатик вот такой крабовый будет у нас. Хочу дать ответ на один из вопросов. В предыдущем видео я вас спрашивала. Если вас что-то интересует, напишите мне в комментариях, я дам ответ. Вот. И мне написали, вот перед вами, значит, скрин, я заскринила. Вот. Написали мне, на кого я подписана, на кого я смотрю. В общем, интересно все-таки, да, потому что каждый из нас сидит в Ютубе и что-то смотрит. Вот. Так же я тоже. Люблю очень YouTube. YouTube это... Ну, без чего я не могу. У меня есть и Бастион, но YouTube это, конечно, на первом месте. Бастион я очень редко захожу, хотя тоже там есть. Вот у меня даже там канал есть на Бастионе, но я его почему-то не признаю. Вот YouTube это есть YouTube. Значит, кого же я все-таки смотрю в YouTube? В YouTube я с самого утра всегда, только вот у меня есть там время, утром я включаю Таню Карацуб. Да, не со всеми видео я согласна, но я ее смотрю, да, это блогер, который дает иногда такую информацию, у кого я не смогу ее получить, вот только она ее может дать. Так, нет, блин, как-то... Значит, с утра только я просыпаюсь, только у меня есть свободное время, и сразу же включаю с утра Таня Карацуба. Вот она с утра выпускает видео, и я тут как тут. Я всегда смотрю. Дальше. Таня Карацуба мне очень нравится. У нее такая вот иногда есть информация не для всех. Не каждый ее поймет. Вот. Но мне нравится. Мне заходит. Дальше. Настенька там на калькуляторе что-то считает. Дальше. Есть еще такой Сергей Гула. Он адвокат, он живет в Одессе, я тоже его включаю, но я так понимаю, что у него очень много воды. Воду я не люблю лишнюю, поэтому я так глянула, ага, то-то, то-то, отфильтровала, дальше поехали. Жанна Васильева, это вечером, вот только вечер, да, вот тихо, он выпускает там трансляцию у него обычно вечернюю, я вот люблю, залипаю. Слушаю, у него очень много не воды. И как бы так хорошо идет вся эта информация. Прослушиваю все. Дальше. Кто у меня еще такой любимый? Есть Антон Гурам. Я на него подписана в Телеграме. Люблю листать Телеграм. Вот именно вот Антон Гурам. Классный, конечно. Там очень много у него по теме. Для осознанных людей, которые понимают. Вот, тоже читаю. Если он выпускает в YouTube ролики, тоже прослушиваю. Очень их жду, кстати. Очень нравится, когда он что-то доносит, рассказывает. Также мне нравится Надежа. Александр Надежа тоже. Жду его ролики, но я люблю, когда именно он записывает видео. Не кто-то там, вот он бывает, и кто-то записывает, ему скидывает, он это себе на канал, нет, это не заходит. Вот именно, когда он снимает, мне нравится. Но это тоже для осознанных, те, которые вот теме понимают вообще. Вот эти вот как бы блогеры у меня на первом месте. Еще смотрю, но она редко выпускает, Елена Фаист. Тоже жду ее видео. Интересная такая вот женщина молодая, такая тоже она осознанная. Но у всех их есть маленькая такая вот недопонималочка, да? Все они классно говорят, все они в теме, все понимают, все осознанные, но единственный минус, который я нашла во всех этих каналах, который мне очень нравится, это то, что они верят в перевоплощение. Это, ну вот, это все у них хорошо, все они понимают, но вот это вот, сейчас минуту, у меня села батарея, придется заканчивать. Но вот этот вот минус, на который они надеются, что они будут еще жить, перевоплотятся и будут жить.
То есть все классно, все понимают, все они, все молодцы. Вот это вот никто не будет больше жить, ребят. Все. В Библии четко сказано, что мы живем один раз. То есть вот сейчас, в это время, мы должны измениться и стать такими же, как Иисус Христос. То есть Он пример наш. Надо подражать Ему, смотреть, как Он, и то есть стать таким же, чистыми. Вот. И никто не будет больше перевоплощаться. Все понимают, но вот это вот нет. Вот. Но я их смотрю. Смотрю, потому что хотя бы, ну хотя бы пусть вот маленький вот этот вот у них есть такой недочет. Я надеюсь, что они это поймут. Хотя сатана, он такой, он уводит всех. Вот он все им раскрывает, все доносит, да, вот все им открыто. А вот это вот нет. Все-таки вот здесь он их обхитрил, этот сатана, да. Что он говорит, вот, сатана, вы еще будете жить, вы еще будете жить, вы жили. Никто не жил раньше, ребят, мы живем один раз. Жил демон, который вселяется в душу человека. И он был 3 года назад, 10 лет назад. То есть этот сатана ходит из тела в тело. Понимаете? И они думают, что, ну, в общем, они думают, что жили, и вот когда-то они были там тысячи лет там, тому назад, там, кем-то другим, мужчина, кто женщина, кто по какой-то профессии, там, они думают, да. Но так не было, никогда не было, не будет. Это сатана жил в тех телах и ходит, и так он просто это доносит. Я имею в виду сатана. Поэтому все они понимают, кроме одного, вот этого не понимают, что больше не будут жить. Что вот сейчас дан тот шанс, чтобы стать такими же чистыми, как Иисус Христос. Буду заканчивать. У нас такое небо серое. Тучи затянуло все. А, даже дождь пошел. Буду прощаться, поэтому видео немножко будет некачественное. Нет света с окна. Все. Пока-пока.